кадет Хендрик. Мне хотелось бы услышать, как можно убедить Ониксового Стража украсть одно из мощнейших орудий коалиции. Я была против, сэр. Да, да. Беги к бабочке. Может, вы проявите хоть немного уважения ко мне и армии, в которую пошли добровольцы? Пытался уже. И что мне это дало? Полковник, я ведь кадет Академии. Я должна была посмотреть, как там мои друзья. Ну что, дорогие видеозрители, значит, начинаем мы прохождение показаний Софии Хендрик. Ну, и мы направляемся в Академию, где находится секретное оружие коалиции, которое мы должны раздобыть, чтобы убить генерала Карна. Так. Карн был уже там. Бой закончился, и мои друзья были мертвы. Отомстить за них мы могли, только взяв маяк наведения светомассовой ракеты из лаборатории профессора Эллиота. Вот такие вот дела. Я вижу, что кадеты стояли насмерть. Проиграть бой не стыдно. Поверь, уж я-то знаю. Ну что, друзья, будем рассекречивать. Отряд Кила заявил, что взял мост Энфилда и убил Ривера без дополнительной поддержки, несмотря на недостаток боеприпасов. Значит, мало боеприпасов, нет снайперских винтовок, в бой вступают дополнительные риверы. Принимаем мы это состязание. Надеюсь, мы справимся с ним, потому что оно не из легких, уж поверьте мне. Ну давайте. Да спасет нас сила Альмалексии. Или это не отсюда? Так. Буду обходить я с фланга позицию. Блин, ну что ж ты. Так не вовремя. Пилить будем? Оу, е. На двоих. Расчленили мы этого упыря. Так. Осторожно, сбоку! Там риверы на подходе. Чересчур мало боеприпасов у нас, правда. Так, пока что мы укроемся от риверов. Ужасные создания. Но у них есть свои места. Так, перезарядка здесь не к месту. Давай, 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 давай. Так, не получается. Отлично, убили. С брюшка мы его. Чертовски мало боеприпасов. Чертовски просто. Надо все собирать. Это как жнецы. Только круче. Ну, правда, может быть и не круче. Но их гораздо больше. И они такие же противные. Ну что ты, погибать собираешься, скотина ты такая? Местного разлива. Отлично, распилили. Да. Тут нам достается очень даже сильно. Так, ну давайте пойдем по правой стороне моста. Здесь есть такой переход. Оу, е. Ну, может быть, зря я кинул гранату. Ух ты! Казнь у нас продолжается. Да, мне тоже. Просто вынос мозга. И не только мозга.
Так, я обрыкнулся на землю. Берт, помогите мне, ребята. Мужчины. Блин, этот огнеметчик, он чертовски жарит прям. Не, надоел уже падать. Очень надоело. Тем более звезды у нас уменьшаются при падении. Так. Охренеть, как он меня за укрытием-то достал. Блюдо. Назад. Ну, вроде у нас что-то даже получается. По мелочи, главное, здесь не скопыжиться. Ой-ой-ой, что-то они меня не полюбили. Готово. Правда, к сожалению, 3 звезды мы не набили. Давайте валим в академию. Да, вот так вот все и происходит. Так, ну у нас уже 26 звезд. И до 40, в принципе, осталось немного, а впереди еще проходить и проходить основную кампанию. Так, продолжаем мы. Открыть тут. Входим в академию. Я знала, что за ней увижу, и поэтому отключила свое сердце. У нас просто не было иного пути. Да. Будем надеяться, что лаборатория... Ну что, внутренний двор у нас впереди. Главное, чтобы не пострадал маяк. Нам надо добраться до лаборатории, я напомню. Так. Лансер. Ну что? Так, отец Хенрик заявил, что во время атаки саранчи была включена ближняя система защиты Академии. Вам надо успеть до выпуска этого газа, который произойдет через 4 минуты. В противном случае вы умрете. Ну что, давайте приступать, ребят. Очень сложное испытание. Поехали. Я думал, это сказки. Оказалось, нет. Машина есть, и она сработала. Пришлось нам уходить, и быстро. Бляха-муха, это чертовски не вовремя. Поднимай меня. Дохни. Так, они еще с пулеметами. Я как терминаторша просто иду здесь. Так, назад. В укрытие. Блин, ну чё ж ты так? Я смотрю, ты неплохо справляешься. Чертовски плохо. Так, 3 минуты у нас. Иначе пойдет газ. Так, назад, назад. Меня уже звезды здесь не интересуют, честно. Мне лишь бы пройти, потому что я не люблю эти испытания на время. Они тяжелые. Поэтому мы долбим вот так, как можем. Давай. Сзади меня стоит ревайвер. Нам лишь бы штурмануть. Отстаньте, ублюдки. Блин, ну просто слив какой-то идет конкретный. Почему наши двое напарников совершенно не стреляют? Вот что мне непонятно. Все, еще один. Сукин сын. Ладно, давайте, идите за мной. Мы ищем научно-технологический институт. Это я стреляю? Этот хмырь просто охрененно опасен. Твою ж мать, их здесь будет несколько. Блин, ребят, давайте убивать, у нас нету времени с ними возиться, совершенно никакого. Отлично.
Давай, дохни. Давайте. Ребята. Газ пошел. А куда нам идти-то? Этих личинок тут немерено просто. Нам надо двигаться вперед, причем очень-очень-очень быстро. Блин, ребята, ну помогите. Вот почему они так далеко? Почему? Почему тут осталось буквально? Поднимай меня, золотой. Идем вон под лабораторию. Где? Отлично. 20 секунд. Давайте, давайте, давайте. Все. Слава нам, великим воинам. Империи, можно даже так сказать. Все, мы продолжаем. 3 звезды у нас в кармане. И 3-я часть. Судилище. Лаборатория была рядом. Осталось пройти проверку. На редкость бессмысленные занятия в то время. Да, не люблю я на время испытания. Они меня чересчур напрягают. Так, ну что? Ну что, берем, рискнем. Значит, отряд Килла заявил, что был дезориентирован из-за плохого качества оружия. Токсичные газы затрудняют обзор. Окей. В лаборатории была включена система пожаротушения. В глаза и легкие нам попал аэрозоль. Будем стараться очень аккуратно играть. Хотя, блин, даже здесь не очень-то хорошо. Так, где наша цель? Маяк. Ну все, пошли. Граната. Отлично. Так, мы настольный пулемет берем. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, кстати, не знаю, как вам видно, хорошо или нет. Если что, пишите в комментариях, не буду я брать подобного рода состязания, потому что если качество отсутствует, то меня это, конечно, не устраивает. Потому что неотъемлемая часть обзора это все-таки графическая составляющая, а если она плохая, то это действительно плохо и есть. Плохо сказывается на летсплее самом. Так, ну чё. Ой, золотые, давайте. Так, вот. Давно я так не резал. Берем многоствольный. Ползут и ползут. Ну давайте их прикончим. Давай. О-о-о! Красота! Правда, меня вальнули. Давай, поднимай меня, Кол. Жаль, не надо пользоваться дробовиком. Так, чернильная граната. Так, а где чернильная граната моя? Я так и не понял. Так, ну лансер мы будем менять по-любому. Нам ничего больше не надо. Так, назад, назад, назад. Не будем рисковать. Там огнеметчик. Вот туда гранатку кинуть. Оу-е.
Блин. Хотел я выкарабкаться. Отлично, ребята подспели. Ну вот так вот звезды у нас и уходят. Блин. Берт, поднимай нас. Или иначе у нас будет просто задница. Ай, твою ж ты мать. Горим. Блин, как же с ними тяжело бороться там. Ну, я, конечно, неаккуратно играю, но... Все равно, как ни крути. Лаборатория сейчас уже совсем не та, что прежде. Вроде разобрались. Туман рассеялся. Прототипы оружия. Профессор Эллиот был мною увлечен. Так, жетон. Не забываем. Ну, у нас здесь... Полно-полно трупов. Ученых в первую очередь. Где же секретное оружие? Вот что меня волнует. Похоже, мы пришли. Надо нажать кнопку. По всей видимости, правильно? Я мыслю. Не двигается. Ограничения действуют. Тут где-то должна быть одна кнопка. Сейчас мы ее найдем. И оружие. А, это будет маяк наведения. Это не совсем то оружие. Это всего лишь маяк наведения. Так, ну давайте возьмем гранатомет. Временно. Он нам пригодится. Поднажали, ОГЕ. Это и есть наш маяк. Эти боты крепкие, надежные и могут маскироваться. Боты. Круто. Такой робот. Разве он не маскируется? Только не в академии. Противомаскировочные поля. Нам придется его защищать. О, нет. Нас отсюда вывести. Ну что? На этом, я думаю... Прерву запись ненадолго, и мы продолжим уже очень скоро.